Дорогие друзья, всем привет снова. С вами я, Денис Хагов, и у меня есть достаточно важное сообщение. Долгое время я размышлял, и, наверное, в последних также роликах вы уже видели, что я как бы говорил, что вот, но не все могу говорить, то, что я хотел бы говорить лично от себя, опять же, рамки канала, формат, дилерство и так далее. И, в общем, долгое время ломал голову, как и что сделать, чтобы все-таки остались и обзоры. И также я мог бы высказывать лично свое мнение и делиться с вами, скажем так, более такими своими наблюдениями, мыслями и так далее, как это все сделать. И, в общем, пришла идея, не знаю, она вам понравится или нет, но вы должны все-таки как бы понять, почему я это сделал. Идея заключается в том, что канал разделяется, и теперь вы видите в этом же, в моем канале в Facebook, в YouTube, есть кнопка Join, подключиться к такому приватному каналу. Вот. Поэтому основной канал, он так и останется основным каналом от магазина UCSale Shop, где будут также все новинки обозреваться. Единственное только, что, опять же, все-таки по желанию большинства, рамки обзоров будут сокращены, ну, постараюсь сделать их там до 25, максимум 30 минут конкретно, то есть по фактам, да, свои наблюдения, то есть и стороны, сильные, слабые стороны, также все это я буду, конечно, говорить, врать я не буду, приукрашивать также не буду, но тем не менее, да, рамки будут такие пожестче немножко здесь, в плане цензуры, вот, и в плане моих мыслей. А есть, говорю, уже созданный, вы можете подключиться, приват-канал, в котором я буду уже лично рассказывать, как говорится, свои полные ощущения, что я думаю о рынке, об этих продуктах, о моноколесах и во всем. То есть буду с вами делиться так, как я считаю правильным. Долгие будут обзоры, то есть долгие будут мои какие-то умозаключения. Будем вместе искать тенденции, находить какие-то варианты, то есть решения и так далее. И я думаю, я также буду делать обзоры этих моноколес, которые первые будут появляться в приватном канале. Я даже попробую сделать лайвстрим. Если лайвстрим зайдет, то есть конкретно, что будет колесо, будет идти обзор, и вы можете задавать конкретно свои вопросы. В общем, сможем с вами общаться, и действительно те моменты, которые я иногда бывает упускаю, то потом вижу это в комментариях, я понимаю, что да, какой-то момент я не захватил важный для вас, поэтому все это дело, я думаю, мы сможем делать уже в лайв таких вот обзорах и так далее. То есть, и вот, в общем, всем советую подключиться туда. Единственное, да, только же, опять же, надо было бы сказать, что услуга платная, евро 99, это YouTube, такие правила для подключения к приватному каналу, и так я поставил самую маленькую, как говорится, комиссию, евро 99 ниже просто нельзя поставить, чтобы создать приватный отдельный канал. Поэтому так как есть, я не думаю, что это будет большая проблема для вас, евро 99 в месяц, но тем не менее, да, для самых тех, кто действительно давно находится на этом канале, следит за мной, и ему интересно, я думаю, это не составит никаких для вас проблем. Поэтому так, ребята, подключаемся к приватному каналу, и всех вас жду там с новыми обзорами, которые уже скоро будут. Commander Pro, EX30, будет интересно, будет о чем поговорить, будет что с чем сравнить. Так что всех жду. Всем спасибо, пока.